Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в комнате, которая уже под финиш практически завершена. Вот здесь уже остались последние штрихи. Вот и заносят мебель. Вот. В этом видео хотел с вами поделиться одной такой очень неприятной историей, которая связана вот с этой стенкой. Вот. Если вы обратите внимание, по периметру идет другой цвет. С чем это связано? Давайте немного об истории этой стены. Красили мы ее с помощью краски хорошей. Вот, краска такая керамическая, вот, можно так сказать, термоядерная на истирание. Вот, керамическая акриловая краска. Потом, после того, как покрасили, мы наклеили молдинг. Молдинг подшпаклевывали. Вот. Потом, чтобы его покрасить, мы, естественно, залепили деликатным скотчем. Используем только деликатный скотч Tessa или Folsom. Это по цвету розовый или фиолетовый скотч. Вот. После того, как мы залепили, покрасили, начали отлеплять, у нас вместе со скотчем вот этот маленький участочек отлепился, краски стеновой. Бывает такое, несмотря на то, что скотч деликатный, есть некоторые причины. Возможно, плохо была загрунтована поверхность, когда мы наносили краску в этом месте. Соответственно, со скотчем оторвало. Второй момент. Слишком увлажнена была стена. Вот, возможно, когда мы красили молдинг, много влаги передало в скотч. Скотч передал в стену. И в этом месте отмокла краска. Это тоже вторая причина. Есть, может, еще какие-то причины, но... Есть одно но. Вот. Самое главное это то, что у нас в данном случае вопрос встает не в том, какой мы скотч используем, а в том, что реально ли подкрасить потом. В данном случае, как вы видите, цвет отличается от предыдущего при подкраске. Это очень неприятная история, которую практически сейчас невозможно исправить. Объясню почему. Вот, когда мы красили стену, мы использовали большую емкость, то есть там 9 или 10 литров ведро. Вот, соответственно, было отколировано по цвету. Вот. Упущение наше было в том, что мы сразу из емкости не взяли нужную краску, именно ту, которую мы используем для нанесения стен, чтобы подкрашивать нам вот такие вещи. Вот. Мы этот момент упустили. Получается, когда мы полностью все выкрасили, у нас в эту комнату не хватило краски. Вот. Мы еще докупали на подкраску маленькую баночку. Вот. Но вопрос в другом. В том, что мы когда докупали, это так же, как с партией обоями. По обоям, например. Да? Покупаете другой партии обоя. Они имеют небольшую тональность, могут чуть-чуть отличаться. Также и здесь. Несмотря на то, что вы колируете и все четко, вот, все равно есть опасение того, что чуть-чуть будет цвет отличаться. Потому что первое, это связано с тем, насколько густая краска. Вот, возможно, краски по сроку годности какие-то старее, какие-то более... Ну, то есть, соответственно, более гуще, более жиже. Вот там же они не добавляют воду, они сразу колер добавляют, замешивают. Соответственно, это влияет на концентрацию колера в краске. Вот. И другой момент. Может быть, колер. Все-таки есть такие некоторые моменты, что где-то гуще, где-то жиже сам колер. Соответственно, это тоже влияет. Вот. Это все ничтожно мало, но по чуть-чуть может повлиять. Поэтому такой совет, если вы используете... Хотите, чтобы потом при покраске у вас все было четко, используйте колер, используйте для подкраски краску, которую вы наносите. И забирайте ее из центра ведра, потому что по краям тоже есть опасение того, что по стенкам остается белая краска, которая не до конца перемешивается, особенно если краска уже не первой свежести. Вот, и на крышке остается колер. Поэтому это тоже может повлиять. Если вы думаете, что в ведре у вас осталось чуть-чуть краски, потом ее используете,
то может получиться вот такой же эффект. Обязательно используйте краску. Сразу, когда вы замешиваете для нанесения, отливайте в баночку. Вот. Что у нас в этом случае остается? В этом случае остается перекрас от этого простенка. Потому что такой цвет мы уже не можем подобрать, несмотря на то, что мы подкупили вот еще 2,7 литра. То есть получается только перекрашивать. Неприятно, да. Сейчас придется все залепливать опять и наносить. Поэтому сразу вот этот момент продумывайте, не забывайте. Вроде мелочь, но очень неприятно. Вот хорошо только один простеночек. А если бы и здесь, и здесь. Здесь вроде все четко. Все, что хотел показать. Спасибо за просмотр.